Не место за рулем. За полгода по искам краевой прокуратуры водительских удостоверений лишились 38 водителей с диагнозом наркомания и алкоголизм. Надзорный орган регулярно выявляет автомобилистов, имеющих ограничения к управлению транспортными средствами по таким медицинским противопоказаниям. А районные и городские суды выносят решение о лишении их водительских прав. Например, прокурором Ординского района направлено в суд три исковых заявления о прекращении права на управление транспортными средствами в связи с имеющимися у лиц противопоказаниями к вождению автотранспортных средств. Два лица имели диагноз алкоголизм, и одно лицо поставлено на учет заболеванием наркомания. Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.